А почему Игорь действительно ушел из группы? Потому что хотел начать как-то развиваться как сольный артист? Или действительно было очень тяжело, и такой гастрольный график выдерживал не каждый? Действительно было и то, и то. Действительно, он сам по себе талантливый парень. И если бы он был жив, я уверен, он мог бы стать нашим таким российским Робби Уильямсом. Да? Единственный реальный пример – человек, который ушел из группы и стал всемирно любим не меньше. Да? В принципе, мы с Игорем много раз разговаривали и в самолетах, и в поездах, и в гостиницах. Идея была то, что готовься материал, работай вместе с нами, потом уже постепенно уходи. Так получилось, что вот он ушел, Олег пришел, в общем сказать, на его место. И вот эта трагедия случилась, которая в сентябре, конечно, мы никак не ожидали, потому что все было хорошо, Андрей говорит. И он песни записывал, готовился к выходу сольный альбом, там клип, не знаю. И вот действительно трагедия, и все. Вот действительно, у нас несколько песен есть, в которых мы оставили бэк-вокал Игоря Сорина. Девчонка-девчоночка. Да, ну там где-то и так далее. И то есть вот получается, что Сорин с нами до сих пор поет каждый концерт. И вот я каждый концерт слышу его голос, и, сами понимаете, вспоминаем о нем в таком вот, как в светлом ключе постоянно, потому что он действительно очень много сделал для группы, его прям очень много. Мы были три равноправных, но три настолько одновременно разных чувака, что вот у Сорина как раз была аудитория эстествующих девушек, творческих натур и так далее. То есть, я там, девчонки, это сюда, Кирилл, солдат любви, да. Да, Сорин был такой вот философ, и действительно, на это тоже... Это причем все естественно, то есть мы же мы имидж себе не придумывали. Вот какие мы есть в жизни, ты меня знаешь прекрасно и вне там концертов, да? Вот такие мы и на сцене. И абсолютно не надо ничего придумывать, не надо какие-то перья, не надо обставлять. Я такой, что вижу, то пою, что хочу, то и гоню. И вот так мы прожили 15 лет, думаю, что еще лет 5 спокойно будем. Ты еще и параллельно являешься, Андрей, хореографом, да, группы? Да, я являлся хореографом, потому что сейчас уже какая хореография, мы уже... Ну как, а что, у пожилых людей нет хореографии? Пожилые есть, конечно. Как хореография? Так вот, типа... Давайте посмотрим, какая хореография вообще присутствует в группе «Иванушки International», по крайней мере, было это в 90-е годы. По стандартам шоу-бизнеса артист должен не только петь, но и танцевать. По стандартам Рыжего из «Иванушек» артист должен петь и очень активно двигаться под музыку. Даже если музыка и антураж меняются, не теряемся. Просто повторяем движение заново. Раз, два, три. Разминаем все группы мышц и развиваем вестибулярный аппарат. Давайте еще раз повторим эти движения. Шаг вперед, шаг назад. Поворот, мах ногой, жест рукой, воздушный поцелуй. Браво, браво, Андрей! Ведь это именно он сумел совместить хореографию своей группы с секциями акробатики, акваэробики и баскетбола. Отсюда совет. Андрей, пора открывать свой спортклуб. Шаг вперед, шаг назад. Поворот, мах ногой. Вот такая веселая хореография, да, случалась в группе «Иванушки International». Ну а сейчас можешь показать какие-нибудь па? Смотри, что делает. Плохо делает. Да. Короче, он носом прям коленку. Да, слушай, носом коленку почесать. Или коленкой. Раньше вот так вот мог чесать, вообще оттуда. Так несколько оборотов. Спал так. Да, спал. Ай, нога затекла. Клубочком завернулся и спал. Нет, за ногу закинул и спал. Я понимаешь, я же красный. Как коллеги, как танцоры вообще толковые? Отвратительные. Да, чудовищные. Но Киря, Олежка вообще. Я говорю, стой. Я говорю, стой и пой. Да, я говорю, стой и пой, да. Не, у Кири, естественно, у Кири природная вот такая вот негритянская сущность. То есть без хореографического образования Киря, вот все, что я придумал, Кири все исполнял прям один в один. Андрей даже с меня снимает некоторые фишки. Да. Вот так вот. Слушайте, я думаю, что немало людей, немало даже профессиональных музыкантов снимало какие-то фишки. Мы сейчас хотим пригласить в эту студию группу, которая, идет по стопам, да, и в прямом смысле, потому что тоже Игорь Матвиенко занимается этой группой достаточно плотно. Группа «Корни». Ребята! Слушайте, на самом деле, должен сказать, что уже что группа «Корни» тоже сколько лет-то вам уже? 8 лет. 8 лет, между прочим, все мы. Как бежит время! Когда начинали, мы как раз говорили про то, что фишки, да, будто Андрей у Кирилла какие-то фишки снял, а вы вообще, в принципе, смотрели на «Иванушек», что-то для себя какие-то подмечали? В далеком детстве.
Ну, конечно же, мы смотрели и что-то перенимали. У нас очень приятная тенденция вообще есть в продюсерском центре Игоря Матвиенко. То есть у нас практически в каждом альбоме есть песня группы Любэ. Мы перепеваем, делаем современную такую модную аранжировочку. И приятно то, что вот, когда ребята появились корни, вот через несколько лет они там пару сделали ремиксов на наши же песни, да? И сами, надеюсь, исполняют их в концертах раз в год. Бывает иногда, спасибо, да. Спасибо, брат. Бывает и такое даже приходится. Да, да, да. Мы тоже не каждый день Любэ поем, да? А на самом деле у вас же есть перекрестный даже ход, что вы вместе поете песни. Есть такое, да, иногда дуркуем. Дуркуйте. А можно вас попросить подурковать? Ну, да, наверное, да, чем нет. Песенка хорошая. А что за песня? Ну, такая хулиганская. Новая? Как это? Потому что, как обычно, про любовь. Как всегда, Иван группа Корни в программе «Поколение МТВ». Мы любим 90-е. Своей дорогою глядишь на мир, в отечке свои строгий и простой пробор зачесываешь волосы, а я бы их все разукрасил розами. Ты ждешь любви, но не хватает опыта 5 дней. Бежишь с учебы на работу, ты пойди со мной. Могла на дискотеку бы, но вот беда, все некогда, да некогда. Я очень сильно люблю тебя, ведь я очень сильно хочу, чтобы ты тоже любила меня. И об этом я буду кричать всю ночь, всю ночь, всю ночь, всю ночь, всю ночь. Катался бы на роликах в ночном кафе, по нам скучают столики в кино. Тебя водил бы, как положено, цветы дарил и угощал мороженым. Но ты твердишь, учеба это главное, что на носу зачеты и экзамены, что нет времени у тебя на все эти глупости. Любовь, морковь и прочие премудрости. Я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой.